Всем привет! Вот такие треки мы в прошлом видео сделали. И встал у меня вопрос, как это все дело отзеркалить, чтобы рядом поставить такую же пару. Лазил, смотрел видео, показывает, что нужно нажать Mirror and Weld вот эти, и он должен переместиться. Никак он у меня не перемещается. Я уже и там, и сям лазил. Вот такая проблема у меня возникла. Никак пока найти не могу решение. Но решил по старинке действовать, как и в прошлых разах. Я открываю Subtool. Вот у меня гусеница. Я ее, допустим, удаляю. Предварительно всю эту Project я сохранил, нашу работу. И вот теперь я делаю Make Polymesh, преобразую это все дело в Make Polymesh. Теперь это уже Subtool полностью. И теперь и также сохраняю наш трек полностью. И теперь у меня сохраненная вторая часть моей работы. Я ее сейчас открываю. Вот сейчас он загрузится. И мы посмотрим. Вот у меня вторая часть. Я все делал поэтапно. И вот эти вот проекты сохранял, программы. Так, я сюда импортировал нашу вот эту, наши треки, вставил сюда и сюда же импортировал гусеницы наши. Все это вот так вот у меня получается. И потом я вот это все дело поставил, треки поставил, ротацию. И полностью вот так вот развернул их в другую сторону, отзеркалил. И они у меня стали вот такими. Вот так они стали. Я тут еще чуть-чуть их передвигал и вот сбил. Но это не суть важно. Важно то, что треки у меня стали, вот они стоят. Теперь надо над корпусом поработать, посмотреть, как отредактировать наш корпус, чтобы сделать крылья, другие детали, чтобы все это симметрично потом было. Давайте еще это приподнимем, отрегулируем. Где-то вот так она, наверное, у нас будет. Вот такое дело у меня получилось. Давайте теперь Subtool некоторые включим, посмотрим общий вид. Вот так у меня. Сейчас я отрегулирую трек. Так, не эта часть. Вот так все это дело организуем. Сейчас вот эти треки немножко уменьшим. Scale включим. Выберем. И немножко вот так мы их уменьшим. Их также можно расширять с помощью Scale немножко. Вот так мы их отрегулируем. И теперь давайте нашу гусеницу чуть-чуть подправим. Вот сюда мы ее уведем. В принципе, вот такое что-то у нас получается. Как это все будет потом выглядеть,
Я уже в сборе вам покажу. Вот так мы трек выровняем. И вот так его немножко отрегулируем. Давайте еще импортируем сюда еще один трек. У меня их тут несколько получилось. Сейчас мы их отладим. Так, где он тут? Вот этот, по-моему. Так, не он. Вот этот у меня трек. Давайте его теперь уменьшим. О, вот этот подошел. Это его родной уже. Так, еще немножко уменьшим. И немножко его отведем. Вот так подгоним под наши треки. Все, в принципе. Уведем немножко еще. Так, не эти. Вот так уведем треки в бок. Все, мы эту часть собрали. Давайте теперь посмотрим в сборе, как это у меня вышло. Повключаем все саптулы. Вот так. Внешний вид прямо неплохой. Есть кривизна. Мы ее ликвидируем потом в дальнейших работах. В следующем видео я покажу, как пушку сделать. Там все попроще будет. Ну, вот где-то такое. Потом будем думать, как сделать баки. Вот так он выглядит у нас сбоку. В принципе, вид неплох, судя по тому, что это эксперимент. Все получается достаточно прям симпатично. Все, всем до свидания. В следующем видео изучим пушку, как делать. Все это подкорректируем, выровняем, отгладим, добавим пулеметы, детали. Попробуем все это в дальнейших видео сделать. Все, всем до свидания.